Всем привет! Сегодня будет видео, более такое короткое тоже. Просто информацию хотел вам опять дать. Мне пришло наконец-то последнее письмо, я думаю, по поводу пистолета, когда у меня его дома нашли. Ну, там полиция, прокуроры, штрафы, вот это все дело. Кто не знает, можете зайти по ссылочке в описании, там видосы посмотреть. И там есть даже, я их даже заснял, когда они у меня были дома, обыскивали меня, то есть квартиру, ну и меня тоже. Вот. Ну и сейчас, я думаю, наконец-то пришло последнее письмо. Последнее письмо по этому делу. Штраф. Штраф мне выписали, я знал, что мне его выпишут, но не знал сколько. Я все думал, ну, я знал, что он будет... по-любому меньше 500 евро. Вот. Короче, штраф у меня выписали... Оп, не засветить. Штраф у меня выписали на 278 евро и 50 центов. Почти что 300 евро. Все-таки надо заплатить. Это я и сделаю. Я больше не буду писать ничего. Я, правда, позвонил этой женщине, которая мне это письмо прислала. Которая это дело там обделывала. Ну, пообщались с ней чуть-чуть, я ее спрашивал там. Ну, она все дело просматривает же. Я говорю, ну и как вы реагировали, как вы посмотрели на эти письма от прокуроров? Она посмеялась в трубку. Говорит, смешно. Ну, а что поделаешь, так они работают. Короче, они сами знают, что они так работают. И... если люди не реагируют, а просто платят, пожалуйста. А лучше прореагировать и не заплатить 500 евро, а заплатить 278 евро и 50 центов. Вот. Вот это можно сказать, на этом и конец. Последнее, что я сейчас делаю, сейчас я заплачу им деньги, переведу. Потом поеду в полицию, ну и заберу свой пистолет. Они мне его должны выдать. Как все уже закончено. Вот, я так думаю. Но эта женщина мне сказала, типа, это будет полиция, типа, говорит, выдавать вам его или нет, потому что они его хранят. Я говорю, как они будут? Они вообще не могут ничего решать, полиция, по поводу вот этих дел. Они не могут решать этого. Они кто такие, психологи какие-то или кто? Они не могут этого решать. Решаете это вы или прокуроры какие-то. Они вам дело подают только. Вот. Ну, без разницы, мы с ней пообщались минут 10. Я ей, кстати, сказал, я говорю, это, я видео уже пару сделал насчет этого дела. Да, правда, а можно это посмотреть, говорит. Я говорю, там все по-русски, вы не поймете. Да, вы, говорит, только меня там не засветите, говорит, а то могут быть проблемы. Или вообще письма, говорит, не засветите, потому что могут быть проблемы. Я говорю, да, будут так будут. Вот, но я же ничего никого не засветил, так что... чем мне расстраиваться и переживать. Вот такие вот дела, ребята. На этом, можно сказать, дело уже закрыто. Вот. Хотел бы просто сказать бы, вот зачем мне вообще пистолет? Зачем? Да, вот. Они мне там штрафы за это выписывают теперь. А так из-за чего у меня дома пистолет? Вот зачем людям пистолеты? Вот. Некоторые любят пострелять, да? Ну, в основном это же защита, как вы думаете? Просто сейчас тут такое творится, они в этих... Я вот телевизор, например, вообще не смотрю, да? Но все равно как-то пролетает всякая информация. То ли в машине радио, то ли газета. Они нам мозг замораживают всякой херней. И потом люди вот бегут. Вот, когда вот начал вот этот... поток, или как это надо можно назвать, когда вот Сирия, вот эти все люди, кто только не приезжал сюда, вот когда они все начали сюда ехать, с Африки, откуда только они не едут, вот, начали в этом писать, начали писать потом в газетах, как на улице сейчас тут плохо, насилуют, грабят, убивают, и это, и я вам одно скажу, я поехал в магазин купить Насте, подруге своей, газовый баллончик.
Ну, или этот, как его, перцевый баллончик, да, как он называется. Без разницы. Короче, я зашел в первый магазин. К сожалению, ничего у них больше не было. Во второй тоже нет. В третьем магазине только я нашел и купил ей. Вы понимаете, что они сделали с этим? Они людей так пугают, что люди просто побежали не только там эти газовые баллончики, а и пистолеты покупать. Вот. Не так жить просто это мы пошли все там и понакупали эту всякой хрени. Ну просто себя потом начал чувствовать чуть-чуть, как сказать, зися. Не свободнее, а как это называется-то? Вот. Некоторые слова просто забываются. Поспокойней, вот. Просто себя чувствуешь спокойней. И все. Так что, ну, в этот раз, если я его заберу, я буду его хранить в шкафчике, чтобы вот таких проблем больше не было. Вот такие вот дела, ребята. А вам желаю хорошего дня. И если у вас находится вот это, вот эти пистолеты или что-то, храните их, закрывайте их, чтобы у вас не было проблем. Ну или не запускайте, кого попало домой. Кстати, сейчас, наверное, опять кто-то начнет писать. Да ты типа лох. Что ты запускаешь домой кого-то? Тебе надо наказать этого человека. Ты извинишь, конечно, но я отвечать даже не буду. Вот. А те, кто меня поддерживают, вам спасибо. И подписывайтесь на канал. Буду, может, еще какие-нибудь истории рассказывать. Если вам что-нибудь интересное охота видеть или знать, ну там Германия, особенно про Германию, спрашивайте, может что-нибудь запишу, расскажу, покажу. Так что, а так, у меня более жить, в принципе, у меня развлекательный канал, я бы хотел бы сказать, там отдых с друзьями, отдых вообще, отдых за Германией, да, вот, если там что интересно показать. Но если вы именно что-то хотите, чтобы что-то знать, как вот один человек, Николай, кстати, тебе привет, хотел со мной связаться по скайпу, вот, скоро я с тобой свяжусь, ну, мы поболтаем, можешь мне там поспрашивать, что тебе знать надо. Вот. Так что, ребята, давайте, всем желаю хорошего дня, отдыхайте, не хворайте. До свидания. А, кстати, не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик и палец вверх.